это я закаляю перцы. Здесь у меня два сорта. Семена собирала из покупных плодов, поэтому даже не знаю названий сортов. Первый раз вынесла закалить, а тут тебе и дождик моросит как раз. Ну, не знаю, может, это им на пользу. Вроде бы не холодно. Я смотрю, что некоторые уже даже цвести собираются. Вот они. Это у меня такой термометр. А это мои помидоры. Тоже на закалку. Здесь даже еще немножко первый раз в жизни посеяла баклажаны. Но они такие маленькие. Я по сравнению с помидорами сеяла в один горшок одновременно. Помидоры вымахали уже такие, ух. А баклажанчики почему-то такие коротышечки. Не знаю, что мне нравится. Может, так и должно быть, посмотрим. Вот такие вот у меня помидорки. Первый раз взялась за них. Не знаю, что будет. Посмотрим тоже.